Как я обещала, покажу вам юку, ее стеблевые черенки и как они могут развиваться. Вот передо мной несколько вариантов развития сценария размножения юки. После того, как юка переросла, ну, желаемые, так скажем, размеры, мною стебель был обрезан. Стебель сам разрезан был на несколько кусочков. Кусочки были разные. Допустим, вот такой, как этот сантиметров 8, был воткнут в землю, укоренился и пророс, вопреки моим ожиданиям, не верхушечной какой-то точечкой роста, вот здесь я ожидала, а вырос буквально у основания земли, то есть возле корня образовался побег. Ну, почему бы нет, пусть себе растет. Второй вариант. Этот побежек побольше, сантиметров около 20. Но этот, после того, как я его поставила на укоренение, пророс тремя почками спящими. Вот одна шикарная, вторая почка развилась шикарным побегом, а третья осталась просто в зачаточном состоянии. Собственно, этих два побега на себя натягивают всю энергию. И если бы я их удалила, то, конечно же, бы развился вот этот маленький. Но так как я этого не собираюсь делать, то он остается в таком состоянии. Юку хочу заметить, что можно укоренить, как я, просто воткнув стеблевые череночки в землю, а можно также, расчеренковав, то есть разрезав на кусочки, поставить основанием стебля в воду. И там она тоже может пустить корешочки, и после этого вы ее свободно посадите в землю. Я так не делаю, потому что не люблю перепада между водной средой и земельной, и то, как растение это переживает, а сразу же высаживаю их просто в грунт. Но можно также воспользоваться какими-то корневообразователями, то есть это корневины, гетероксины. Основание стебля вы сначала обмакиваете в воду, потом опудриваете гетероксином тем же, и можно воткнуть в землю. Так корни быстрее образуются, конечно же. По соседству у меня еще одно растение, которое тоже было мною посажено в землю. Но это, кстати, было посажено в землю, когда уже в воде образовались корни. И развились, вы видите, здесь проросла одна спящая почечка, и такой хороший мощный побежек развивается. А вот этот побольшенький череночек пророс опять-таки тремя спящими почечками. Одна тоже в зачаточном состоянии. А две как раз очень хорошо развиваются, одна ниже, другая на 5 сантиметров выше, хороший побег. И это растение будет эффектно смотреться и так посажено, чтобы каждый из побегов смотрел в свою сторону, тот влево, тот вправо, тот вперед. И таким образом это растение очень будет симпатично развиваться, смотреться. Причем объем горшка здесь достаточно большой, и юка сможет здесь развиваться очень-очень долго. Ну, собственно говоря, это то, что я вам обещала и показала на сегодня. Выращивайте юку, это неприхотливое хорошее растение, которое будет радовать вас долгие-долгие годы. Пока!